такое снеговик? На суперстроителе могут построить снеговика еще больше и лучше. Начинаем строить снеговика! Похоже, ребята, больше не всегда лучше. Диспетчерская вызывает Джета. У нас посылка. Мне пора, суперстроители. Привет, Скай. Скажи, куда ветер несет меня сегодня? К снегу, Джет. В Швейцарию. Она находится на горной цепи под названием Альпы. Мальчик по имени Робин, который там живет, заказал посылку. Ого! Дом Робина огромный! Его семья живет в отеле Гастхаус. Они его владельцы. Гости приезжают на Всемирный фестиваль снега, который проходит в Гриндельвальде, швейцарском городке, где живет Робин. Самое главное на фестивале – это большие снежные скульптуры. В этом холоде люди отогреваются едой из плавленного сыра, называемого фондю. Оу, все выглядит замечательно. В Гриндельвальде говорят «Толла». Это замечательно по-немецки. На нем говорят Робин и его родители. Что-то мне подсказывает, что это будет «Толла» поездка. Занимай свое место, Джет. Спасибо за помощь в уборке Гастхауза. Рад помочь, папа. Я смогу помочь еще больше, когда доставят мою посылку. Вам посылка. Привезли. Я Джет. Вовремя, как всегда. Джет, заходи в дом. Я Робин, а это моя мама и папа. Приятно с вами познакомиться. Это тебе, Робин. Игрушечный пылесос! Да! Он должен работать. Проверим. Ух ты! О, отлично работает. Он очень поможет в уборке отеля к приезду наших гостей. Они скоро приедут. Я пропылесошу все этажи. Начнем с верхнего этажа. И еще я хочу тебе кое-что показать. Хорошо. Ты только посмотри, Джет! Ого! В Гриндельвальде проходит Всемирный фестиваль снега. Толла! Замечательно! Эй! Ты знаешь, как сказать «замечательно» по-немецки? Просто Толла! Итак, пора приниматься за уборку. Спасибо, Джет! Спасибо за помощь! Ой! Ой-ой! Я вытащу. Спасибо, Джет. О, нет, сломался. У нас еще столько комнат, которые нужно убрать до приезда гостей. Я знаю, что делать. Настало время позвать команду суперкрыльев. Команду суперкрыльев? Отлично. База, прием. Это база? Что случилось, Джет? Я в Швейцарии, в Гастхаузе Робина. Мы пытаемся подготовить его для гостей, но пылесос Робина сломался, и мы не закончили уборку. Мы должны его быстро починить.
Помощь команды – это самый быстрый способ починить сломанный игрушечный пылесос. Только вот вопрос. Чьей команды? Да! Уже прибудут наши первые гости, Джет. Не переживай, Робин. Суперкрылья скоро будут здесь. Да, Донни и Скуп уже здесь. Дела налаживаются. Суперстроители, берутся на работу. Донни, суперкрылья! Могу, что суперстроители прилетели ко мне. Все команды суперкрыльев любят помогать. Так, нам нужно закончить уборку во всем отеле. Но сначала починим пылесос Робина. Зачем просто чинить, если мы можем сделать пылесос лучше? С помощью моего набора инструментов и дополнительных запчастей. Давайте его включим. Ого! Он такой мощный! Остановить пылесос. Можно, мама? Хорошо, если будешь рядом с суперкрыльями. О! Нужно действовать вместе, чтобы остановить этот пылесос. И как можно быстрее. Он направляется к снежным скульптурам. Запрыгивай, Робин! Мы должны двигаться еще быстрее. Реактивная скорость! Фестиваль снега будет испорчен, если мы не остановим пылесос. Но как? Сыр фондю! Робин, не самое подходящее время думать о швейцарских угощениях. Не для меня. Для пылесоса. Думаю, липкий плавленый сыр может его остановить. Попытка не пытка! Одно очень большое липкое швейцарское сырное фондю готово! Ой!
и все вернуть на свои места. Да, отлично. Думаю, наша работа здесь окончена. Пора домой! Пора! Мир, мы можем как-то помочь? Спасибо, но Донни и суперстроители скоро починят дверь. А пока извините за шум. Для меня это не шум. Это ритм. О, да. Ага, это заразительно. Я офицер Ким. Хип-хоп-звезда. Рой любит рок. Потанцевали, друзья. Кому я везу посылку сегодня, Скай? Ты доставишь посылку мальчику по имени Кристо. Он живет на острове Миконос, на берегу Эгейского моря в Греции. Остров известен своими красивыми бело-голубыми каменными домами и ветряными мельницами. Ого! Я так рад полететь сегодня на Миконос! И если ты чему-то рад на Миконосе, ты можешь кричать «Опа!». Это слово используют многие греки, когда видят что-то особенное. Я очень хочу доставить посылку на Миконос. Опа! Занимай свое место, Джет! Кристо, нужна помощь. Сегодня важный день. Знаю, папа. Поэтому я заказал кое-что особенное. Вам посылка! Привезли! Я Джет. Вовремя, как всегда. Добро пожаловать на Миконос, Джет. Я Кристо, а это мой папа. Приятно познакомиться. Это тебе, Кристо. Обручальное кольцо! А ты еще не слишком молод для женитьбы, Кристо! Это мой отец женится. Сегодня я заказал кольцо, чтобы он подарил его моей новой маме. Поздравляю, папа Кристо! Опа! Спасибо, Джет. И это здорово, что ты знаешь, что кричать на праздниках в Греции. Ты проделал долгий путь, чтобы привезти кольцо. Будем рады, если ты останешься на свадьбу. С радостью! Опа! Гости, поприветствуйте Кристо, его папу и прелестную невесту Софи. Поздравляем! Этому не бывать! Реактивная скорость! Поймал! Ой! О, нет! Ну
нужна помощь! Быстро! Реактивная скорость! Простите, пеликан уронил кольцо в море и... А? Мне так жаль! Ты пытался помочь, Джет. Все хорошо. Не волнуйтесь, я знаю, что делать. Что же? Пора позвать команду суперкрыльев. Команду суперкрыльев? Отлично! База, прием. Это база. Что нового, Джет? Я привез обручальное кольцо Криста на остров Миконос. Но пеликан украл его и уронил в море. Без подмоги не обойтись, если надо уладить свадебный переполох. Один вопрос. Чья команда? Да. Вот моя команда Миры. Они быстро найдут затонувшее кольцо. Джимбо, Джету нужна помощь на Миконосе. Нам нельзя терять время. Так точно, Скай. Приготовиться к взлету. Твои друзья скоро прилетят, Джет. Вот, Мира и Свон прилетят. Дела налаживаются. Вот моя команда спешит на помощь. Мира, транспортируйся. Свон, и трансформируйся. Команды суперкрыльев любят помогать. Я знаю, где пеликан уронил кольцо в море. Мы вылетаем на поиски. Можно с ними? Да, Кристо, если будешь рядом с суперкрыльями. Запрыгивай и надевай костюм, Кристо. За дело! Смогут вам помочь. Крилли! Или они твои друзья, Кристо? Папа! Мама! Все здесь! Эй, давайте все встанем в круг вокруг рыбы. Отличная идея, Кристо! За дело!
Простите, тут прохода нет. Большой Джет! Я думаю, что пришло время продолжить свадебную церемонию, так как все наши гости собрались здесь. Вот твой свадебный букет, Софи. Спасибо, Джет. Давайте продолжим нашу свадьбу под водой. Объявляю вас мужем и женой. Работа окончена. Пора домой. Поплыли! Пока! Спасибо! Суперкрылья! Мы доставляем! Ой! Привет, Донни. Ты делаешь новые скамейки для путешественников? Да. Только это занимает очень много времени. Но ты прекрасный строитель. Спасибо, Джет. Я быстро собираю скамейки, но много времени уходит на тщательную покраску. Скуп, ты тоже при деле. Да, но я слишком медленно их собираю. Ведь все должно быть сделано правильно. Я гораздо быстрее крашу. У меня есть идея. Вы бы быстрее закончили с этим, если бы Донни собирал скамейки, а Скуп их красил. Отличная идея! Ура! Работа ускорилась, когда мы стали делать то, в чем мы лучшие. Диспетчерская вызывает Джета. У нас посылка. Мне пора делать то, что я умею лучше всего. Доставлять посылки. До встречи, суперстроители! Привет, Скай! Куда я лечу сегодня? Ты познакомишься с Манон. Она только что переехала в район Гаспези, Квебека, в Канаде. Семья Манон стала новыми владельцами Sugar Bush. Sugar Bush? Так называют рощу сахарного клёна, который используют для приготовления кленового сиропа. Квебек производит почти весь кленовый сироп в мире. Кленовые конфеты, кленовое все. Вкусно! Надеюсь, Манон даст мне попробовать свежего кленового сиропа. Это было бы здорово. Можешь сказать «Жен ел». Это значит «здорово» по-французски. На нем говорят Манон и ее семья. Итак, Скай, было бы «Жен ел» отведать кленового сиропа. Занимай свое место, Джек. Смотрите на эти прекрасные долины и леса! Манон, ты готова познакомиться с новыми соседями на фестивале кленового сиропа сегодня? Да, папа. Я угощу всех кленовыми конфетами, сделанными из деревьев в новом Sugar Bush. О, Манон, мы только заехали. У нас еще нет оборудования, чтобы делать кленовый сироп. Пока нет. Но я жду важную посылку, которую скоро привезут. Вам посылка! Отлично! Это она! Я, Джет! Вовремя, как всегда! Привет, Джет! Приветствую в Гаспезе! Я Манон, а это мои мама и папа. Рад знакомству! Это для тебя! Да! Кран для кленового сока и ведро! Теперь я могу использовать кран и собрать сок, чтобы сделать кленовые конфеты для сегодняшнего фестиваля. Эта книга покажет мне как. Хорошо.
Мы с папой скоро поедем на фестиваль. Джет, ты привезешь Манон с конфетами и встретишь нас там. Мерси, мама. Джет, пойдем. Где же клёны с красными листьями, которые нам нужны? Прямо перед тобой. Только их листья опали еще осенью. В книге написано собирать сок в это время года, когда снег таять начнет. Здорово! С какого дерева начнем? Посмотрим. Нам нужно дерево со стволом примерно от таких размеров. А, чтобы можно было обнять. Как насчет этого? Отлично. Можешь поставить кран сюда, Джет? Сюда. Не переживай, дерево это не навредит. Да, это кленовый сок. Потребуется время, чтобы наполнить ведро. Ой-ой, это не единственная причина для беспокойства, Джет. Я забыла еще кое-что заказать. Котел. Сок нужно разогреть, чтобы получился кленовый сироп. И нам нужно еще больше ведер с соком. Теперь я никак не смогу сделать кленовые конфеты для фестиваля. Конечно сможешь! Настало время звать команду суперкрыльев! Команду суперкрыльев? Потрясающе! База, прием! Это база! Что случилось? Я в Гаспезе, в Квебеке с Манон. Но у нее нет оборудования для приготовления конфет из кленового сиропа. Еще у нас недостаточно сока. С помощью команды друзей трудно добыть больше сока и приготовить сироп. Начинается. Смотри, вон там Донни и Скуп. Дела налаживаются. Суперстроители! К делу готовы! Донни, трансформируйся! Скуп, трансформируйся! Поставь больше кранов. Донни, построй котел. А я соединю все это вместе с реактивной скоростью. За дело! Ставлю краны. Начинай стройку котла! Давайте проверим, готов ли он. Женя, а теперь приготовим конфеты. Мне просто нужно капнуть сиропом на снег. И он быстро остынет. Ух ты! Попробуй, Джет. Это просто изумительно. Нам нужно как можно быстрее сделать сироп, чтобы Манон успела сделать конфеты. Без проблем, я открою краны до конца. Слишком много! Ой! Только осторожно!
Нет. Кленовый сироп, ты лавина! Выпускаем веревки! Это было близко. Фу, спасибо. Это просто кленовая катастрофа. Как же нам с вами исправить эту липкую катастрофу? Положитесь на меня, я справлюсь лучше всех. Рэй! Я нагрею сироп и соберу его. Нагрею сироп. Садись, Манон, поехали на фестиваль. Но я еще не успела сделать конфеты. Мы тебе поможем. Хорошо, до скорого. Моя формочка мала для всего этого сиропа. Эй, давайте сделаем по-настоящему большую форму из этих досок. Отличная идея, Манон. Да! Строим гигантские формы в форме кленовых листов. Манон, кленовые конфеты удивительны. Я не думала, что мы что-то сможем приготовить на фестиваль. Но мы принесли благодаря суперкрыльям. Наша работа здесь окончена. Пора домой! Поехали!